привет. Ребята, всем привет. Друзья, это Олег и его Volkswagen Passat. Олег, какого года машина? 2012 года, европейка. Это 3.6 мотор, такой же, как устанавливался на Cayenne, Touareg, Superb, и, если не ошибаюсь, даже на Panamera ставили 3.6 V6. Значит, машинка полноприводная, 300 сил у нас, и сегодня все будут жестко наказаны. Друзья, вы понимаете вообще, какой масштаб машины? Олег едет практически на Panamera, ребята, и на Cayenne. Одновременно. Расскажи, пожалуйста, какая здесь коробка передач, сколько ступеней и какой вес автомобиля? Смотри, это у нас DSG шестерка, 6 ступеней, мокрая. Вес автомобиля 1700 тонн. За счет полного привода и V-образной шестерки, как бы, машина нелегкая. Олег, расскажи, пожалуйста, про плюсы машины. Слушай, классная машина, комфортный седан. Можно поставить в обычный режим, не наваливая, спокойно ездишь по городу, комфортно, вообще не чувствуешь себя ни в каком корче. Олег, скажи, пожалуйста, как ты относишься к машинам японского происхождения? Слушай, ну я считаю, они не тащат. Они не тащат ВАГ-группы, это тема, это реальная тема. С ней могут конкурировать только, я бы, немцы, там, BMW, Mercedes еще может поездить. Японцы не тащат. Олег, ты готов зарубиться с японскими тачками сегодня? Конечно, мы сейчас всех тут надерем. Друзья, мы подобрали пару соперников Олегу, машины примерно такого же класса и таких же лошадиных сил. Посмотрим, как себя проявит ВАГ Олега в действии. Поехали, друзья. Друзья, Олег делает очень крутые подкапотные пространства. Вы только зацените, это реально творчество. Так что ты там ничего не поменял? Важно получится. Тут ничего менять, смотри, все просто. Так, готовимся к заезду номер один. Против нас будет Lexus ES350. Пилота зовут Дима. Готов рубануть с Lexus'ом? Конечно. Что думаешь, объедешь его? Да накажем жестко. Так, вот наш соперник. Lexus 3.5, японцы делают вещи. Готовы проиграть? ВАГ объедет ее. Сейчас мы накажем. ВАГ — это эконом-сегмент, Lexus — это сила. Так, милая девушка нам дает старт. Друзья, я подчеркиваю, что у нас все шансы только ходом. В принципе, и с места было как бы ничего. Но все равно, видишь, он ушел. На самом деле, да, друзья, как бы передний привод против полного — это тяжело. Слушай, но мы сильно уперли от Lexus в любом случае. Это же ВАГ. ВАГ упирает просто от всех. Друзья, я не знаю, сколько там кузовов, но реально такие ВАГ на атмосфере валит, друзья. Как ты думаешь, после сегодняшних заездов Volkswagen уедет на ремонт или нет? Ну, думаю, нет. Нет, даже масло не подольет? Еще рано, надо ему еще поездить. Я хочу заметить, что две машины примерно одинакового класса, одинаковой массы и плюс-минус в одинаковых лошадиных силах. Лично мое мнение по комфорту. Volkswagen и Шкоде нужно тягаться с Suzuki, Mazda 3. Короче, друзья, все японоводы очень сильно не любят ВАГи. Вот, поэтому, видите, как вечный спор. Ну, на самом деле, бытует такое мнение, что реально ВАГи гораздо чаще ломаются. Вот, я сам, в принципе, никогда ВАГ не водил, ничего сказать по этому поводу не могу, но интернет просто бушует, все считают, что они развалятся, бесконечно подливают масло и так далее. Друзья, если вы считаете, что ВАГи реально разваливаются, что это хлам, то, ну, пишите в комментариях, мы посмотрим. С ходом, как бы, ходом. Но желательно, чтобы комментарии писали только те, кто катался на ВАГах, и у них реально есть о чем написать, а не просто потому, что кажется, что ВАГ дерьмо. Дима на Лексусе берет разгон. Мы поедем с самого начала трассы. Видимо, он рассчитывает объехать Олега Passat ходом. Все козыря у Лексуса везде ходом, так как там передний привод. В переднем приводе, как все знают, минимальные потери везде ходом на трансмиссию. Но в нашем случае у нас полный привод. Олег, слушай, а тут реально постоянный полный привод? Да, реально постоянный полный привод. В этом случае такие Олегу будет сложно ехать на своем Volkswagen ходом, но я думаю, что сейчас будет очень интересная борьба. Подбирается коварный Volkswagen. Входим, Lexus буквально в пол кузова. Разрыв больше.
буквально до корпуса. Олег, это победа. Победа полноприводного ВАГа против переднеприводного Лексуса. Не напрягаясь причем. Слушай, расскажи, пожалуйста, вообще, вот очень многие пишут, что Volkswagen реально ломучий и дорогой в обслуживании. Вот что ты скажешь со своего опыта? Слушай, ну я считаю, это миф. Точно так же, как и миф, что Camry 3.5 не ломается. Все машины ломаются, просто надо хорошо за ними ухаживать, вовремя обслуживать, и все будет в порядке. Были ли какие-то у тебя реальные проблемы с машиной, какие-то дорогие ремонты? Или только в основном ТО, замены масел, замены колодок? Ну, я хочу сказать так, надо заливать просто качественное, хорошее, дорогое масло, не экономить на нем. Ставить оригинальные фильтра, и вы не будете знать никаких проблем. За все время владения я заливаю только 98-й сотый бензин и меняю хорошее, качественное масло. Друзья, давайте перейдем к сопернику номер два. Это будет Infiniti с мотором 3,7 литра. Итак, друзья, я в легендарном Infiniti G37, 2013 год. Тачка комфортная, мягенькая торпеда, все четенько. Сзади куча места, люк даже есть, друзья. Сколько она у тебя хавает, эта машина? Сейчас покажу, это с гонялками. 14,2 литра. В принципе, друзья, в принципе неплохо. Сколько до сотки я это не замерял, да? 6 где-то. Друзья, Женя мне сказал, что он финик этот продает. Кому интересно, можете писать в комментариях, мы контакт вам дадим. Вот, тачка реально прикольная, можно бодро и весело на ней валить. Ты видел соперника номер два? Ну, я хочу сказать, это хороший соперник. Вот, посильнее, чем Camry 3.5, конечно, будет. Вот, это у нас полноценный седан, считаю, это прямой мой конкурент. Сейчас посмотрим, но я думаю, все-таки ВАГ его начухает. Друзья, Infiniti с мотором 3,7 литра. Сейчас будет очень горячий заезд. Финик валит? А? Финик валит? Да, я думаю, что валит, но сейчас проверим. Там, по-моему, ничего не произошло, Олег. А что мы его теряем? Вы только посмотрите на ребята, мы его теряем на несколько корпусов. Да нет, там больше. Мы теряем 63S. Короче, еще разочек с места. Давай, давай. Сейчас будет раунд 2 с места. Уже первый раз мы ехали просто с газа. Как бы это не совсем правильно для данной машины. Поедем именно с двух педалей. Давай, закрываем. Давай, нажимай две педали. Прощай, Volkswagen. Infiniti уезжает на кузов. Друзья, сейчас будет заезд номер 3. Мы задумались на старте. Дали в этот раз фору мы, Infiniti. Infiniti нас объехала. В принципе, видишь, конечно, 1-1, но в прошлый раз ты, ну, да, я по-другому трогался. Он трогался не раз в педали, да? Он, да, сланчик трогается. Ага. Очень многое зависит от водителя, то есть вы должны быть опытным, понимать, как нужно стартовать и в каких условиях, то есть это применимо. Друзья, приехал Millennium на своей новой S-очке. Видите, какой он придарил. Вот такая вот олдскульная S-ка, так что теперь Millennium в ваговой. Ржиться дроном. Как-то так. Вот сейчас хорошо. Да, да, да. Ну, справедливости ради, Финик начинает добирать. Ну, 402 мы привозим. Да, да. Цепа нету. Да. Друзья, смотрите, какие интересные часы. Вот. Они сейчас что-то у тебя не работают. Они не работают, неправильно погасы надо строить. Вот такие вот, видите, крутилочки прикольные. Все в таком хроме интересном. Это обогрев сидений. Консолька такая симпатичная. Лех, я думаю, что тебе надо заехать с Сергеем Миленевым, с его Фиником. Слушай, на самом деле, я думаю, для многих это будет не секрет, но мы с ним уже ездили.
мы с ним уже ездили, и я достойно готов принять поражение от его G37. Сильно объехал тебя? У него мощный автомобиль. Ага. Ребят, был заезд, я, честно говоря, не видел. Таки Сергей Миллениум объехал этот Passat. Ну что? Старт был хуже в этот раз. Давай ходом поехали. Ага. 40 пойдет? 40, да, давайте. Пойдет. Посигналите, да? А как я и говорил, ход у Финика куда интереснее. Ребята, спору нет. Ходом Финик нас объехал. Все-таки на заднем приводе потери намного меньше, чем на полном. Но на классической дисциплине 402 метра мы его наказали. У Андрея замечательный баян, или как их называют хондоводы, или аккордеон, аккорд. Это уже именно баянище. 14-го года. 14-го года. Посмотрите, какой космический салон. Видите, даже космос на дисплее. А ты такую заставку поставил, да? Нет, это заводская. А, такая приборочка интересная. Салончик прикольный, все в коже. Много короче, кожи. Смотри, у нас такая ситуация. У нас есть один дерзкий Volkswagen. 3,6 литра. Вагодрочеры. Да, один дерзкий ваг, Passat полноприводный. Я думаю, что у нас все шансы есть его разорвать в клочья именно ходом. Будем стараться. Ты как думаешь? Я думаю, Япония подвести не должна. А как с места? Что думаешь? Ну, с места уверен, что точно уйдет. А что ты думаешь по поводу вагов? Неплохие автомобили, но дорогостоящие в обслуживании. Да? Короче, ты за Хонду, правильно? Ну, пока не да. Друзья, если вам нравится Хонда, обязательно в комментариях напишите и поставьте лайк. Сколько у тебя расход показывает машинка? Ну, в таком городском цикле, режиме, 15 да. Литров. 15 литров. 15. Твой прямой конкурент от Honda – это Honda Accord, 3,5 литра. Да, я считаю, вот это как раз самый прямой конкурент, представитель японцев, рисовозки. Это вот Honda 3.5, которая сейчас будет жестко наказана. Девушка нам дал старт. Девушка в таких очень симпатичных штанах. Кому нравятся кожаные штанишки, пишите, друзья, в комментариях. Я очень люблю кожаные штанишки. Вот так вот от нас уходит Passat. В принципе, ожидаемо. Примерно два кузова он взял. Но мы по чуть-чуть набираем. Набираем. Прошу заметить, друзья, в принципе, такая же история, как с Infiniti G37, мы добираем. Ты лучше расскажи, как тебе девушка на старте? Ну, девочка, ничего, так кожанка, все как надо. Друзья, если вам нравятся кожаные штаны точно так же, как и мне, когда девушки с такими интересными формами одевают кожаные штаны, пожалуйста, ставьте, напишите лайки, в комментариях, я должен знать, сколько у вас, друзья, или я один, может быть, такой. Я думаю, что вряд ли. Ну, посмотрим, почитаем. Это было реально прикольно, мне нравится, так они вывели его, знаешь, как 3D получилось, центральное. У тебя американка получается, да? Да, чистокровая. Ты с Америки себе играл, да? Да, я видел, что ты тоже продаешь тачку, друзья, что-то сегодня все, кому я сажусь, почему-то продают тачки. И такая добрая традиция приехать на шестой погонять, когда продаешь тачку, друзья, чтобы понять. А потом сказать, в змаганиях не змагалась, на фарбол. Ну, на самом деле, это все херня, я так считаю. Вот. Тачку так просто современную не поломать, надо очень много на ней кататься и неправильно обслуживать, чтобы повалить машину. Порядка кузова, может быть, немного больше. И что же происходит? Как же так? Как же так? Короче, друзья, не получилось. Не получилось, не срослось. Америка не рулит. Ну, друзья, я думаю, что тачка продастся. Привезется более быстрый японец, который же точно накажет ВАК. Смогли мы объехать Аккорд ходом. Выбрали где-то порядка полтора кузова на старте после трех сигналов. Потом дистанция так и держалась,
но под финиш аккорд начал потихоньку нас добирать. Я, видишь, момент получается заключается в том, что по, даже с 30, даже, я еду все равно на холостых. У меня она, нету такого, знаешь, чтобы там кинул первую передачу, и ты поднимаешь обороты. Она щелкнула там вторую и едет в районе 2000, где-то так. Мы тоже в ручке едем, не в ручке, в автомате. В автомате. Значит, как что происходило? Мы примерно мы взяли полтора кузова, так мы... Ну вот ехали. Видишь, да, примерно первый где-то два, а второй, да, где-то корпус полтора, потом да. Ты начал добирать. В конце я добираю. Да. Уважаемые зрители нашего канала, такие Passat 3.6. Полный привод валит. Только что вы видели заезды с прямыми конкурентами Volkswagen Passat. Это Lexus ES, Infiniti G37, Honda Accord. Все противники были на V6 с объемами 3,5-3,7 литра. Volkswagen одержал победу. Один раз мы проиграли только везде ходом. Кому понравился заезд, кто любит ВАК, особенно Volkswagen, пишите в комментариях. С вами был Павел, Дмитрий, гость канала Олег. До новых встреч, друзья! Ребята, пишите все в комментариях, с кем бы вы хотели видеть еще заезды Passat 3.6. Если вам зайдет этот заезд, мы обязательно снимем даже с более мощными противниками.